Венесуэла готовится к обходу санкций США. Об этом заявляют в МИДе страны. Ранее Вашингтон заблокировал активы правительства Николаса Мадуро, находящиеся в американской юрисдикции. Новые санкции могут быть наложены на отдельные лица, компании и страны, которые поддерживают режим и ведут с ним бизнес, отметил советник по национальной безопасности США Джон Болтон. Этот инструмент США используют весьма редко. За последние полвека мы обращались к нему очень неохотно. Но из-за режима Мадуро Венесуэла становится членом закрытого клуба стран-изгоев. Вместе с Кубой, Ираном, Сирией и Северной Кореей, в отношении которых уже действуют подобные санкции. В Каракасе введение новых ограничительных мер назвали незаконным актом экономического терроризма. Мы знаем, что всему причина нефть, богатство Венесуэлы. Господин Трамп, займитесь лучше своей избирательной кампанией. Займитесь лучше тем, к чему приводят убеждения о расовом превосходстве и нетерпимость. В США рассчитывают, что новые меры ускорят смену власти в Венесуэле. Вашингтон поддерживает самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо, лидера оппозиции. Такие страны, как Россия, Китай и Турция, считают легитимным президента Николаса Мадуро.